Следующее у меня. На территории города Ачинска сложилась следующая ситуация по как раз заключению договора для субснабжения, о чем мы сейчас говорили, на места, на освещение мест общего пользования, лифтов, соответственно, потребление электроэнергии на лифты. Больше 320 многоквартирных домов не имеют договора на эту услугу. Соответственно, мы как ресурсы все потеряли. Вот вопрос, это нарушение является и можем ли мы сейчас обратиться к вам для того, чтобы это решить? Не к нам должны обращаться. Вы, во-первых, должны заключить договор с 124-ми правилами. Я так понимаю, что это связано с электроэнергией, да? В основном, где собственники сами вносят плату за электроэнергию, потребленную в жилых помещениях, они сами напрямую вносят плату, а вы именно договор на СОИ не можете заключить. В принципе, у нас в жилищном кодексе прописано, что управляющая организация, структура, эта плата, это входит, она должна собирать эту плату. С ней, в принципе, можете это взыскать в судебном порядке. Но, к сожалению, суды очень долго идут, мы пытаемся. Ну, и тут не еще, что есть третья организация, Красноярский энергосбыт же должен заключать договор. Но понуждать заключать договор мы не можем. Да, нет лучше таких полномочий понуждать. Вы можете взыскать в судебном порядке, обратиться в арбитражный суд. Взыскиваем в судебном порядке, надо понимать, что сумма будет великая, мы каждый месяц недополучаем около 4 миллионов по городу Ачинск. Соответственно, когда эта сумма пройдет через арбитраж, люди получат квитанции серьезные начисления. Точно так же, как вы напомните, это было в городе Красноярске, когда взыскали за места общего пользования с жилплощадью. То есть мы тогда дождемся. Понимаете, в структуру платы уже входит то, что управляющая изначально должна включать эту плату за содержание. Но изначально ничего не взыскивает. То есть ситуация в городе Ачинск сейчас именно такая, что... сами затягивают себе. Ну, понятно, что никто не хочет платить. Сейчас очень удобно дать это потери ресурсоснабжающей организации. И, соответственно, получается, на сегодняшний день они, ну, вот, по вашей части ничего не нарушают, да? Да. По нашей? У меня к вам предложение. То, что вы по городу Ачинску сейчас озвучили, причем у нас очень интересная работа, и у меня просто предложение. Давайте на следующей неделе посмотрим по этим ресурсам соответствующей организации, проведем совещание, и дальше уже совместно внутри проведем определенную работу. Я думаю, что многие уже сами поймут, у нас уже есть практика определенная, очень негативная, когда населению сейчас предъявляется определенная волна. Дальше, чтобы это снизить или уменьшить, или допустить, я думаю, давайте проводить эту совместную работу. Ну, то есть, а вот этот вопрос установки общедомовых приборов учета, он будет? Да, я за это.